меня бьет, видите, то есть теперь я уже работаю, работаю дальше. Идет удар, раз, он меня бьет, я уже начинаю его дорабатывать. Да? Тут могут удары, сбивки разные быть, то есть уже начинаем соединять. Раз, смотрите. Раз. Отсюда его доработать. Съем. Видите, пробил его под руку. Все, поплыл, выстроил его. Да. Мне палец это, я хотел откусить что-то, и руку так подхватил. Ведь главное, в принципе, или встретить его, да? Или встретить его. Не на подачу, как расшиперил он тебя. Нога попала в колесо. Удар это все, а ты стоишь сейчас и подача расшиперилась. Это удар. Я уже... А тебе приложить, наверное. Все уже.
Печально. Медленно, пожалуйста. Дистанция максимум держишь, нифига. Ей, работай. Нет, нифига никакого намерения. Нет, конечно, намерения. Поэтому мечи получается. Да будем у тебя. Ни атаки, ничего. Ты просто встал здесь, напрягся и все. В атаку идут, понимаешь, вот так вот. А ты руку сунул, раз, если начал здесь что-то выкручиваться. Получилось. У тебя ничего не получится в ближайшее время, если так будешь дальше продолжать. Что же у тебя получится? Ты же заинтересован на том, чтобы это победить, конечно. Нет, понять. Возьми позволение, у тебя нету. Ты меня идешь заламывать. Ну что сейчас такое? Что это такое? Не нужно тебя бросить, да? Чтобы ты понял, что ты уперся, да? Или что? Ну мне тебя побеждать. Я не хочу доказать, что я сильный. Я ничего. Так ты расслабляйся тогда. Вот что здесь за напряжение? Уходи тогда по напряжению. Прикладывать.
соответственно, здесь удары всякие могут быть. Прохожу, нога здесь зацепляет. Здесь я его сюда взял. Да? Сюда его тащить неудобно, потому что он на меня наклонился. А он на мне висит. А я здесь руку подхватываю. Срабатываю. Через палку, да? Человеком. Поворотки. Да. Мы добавляем к этим ударам различные мягкие выведения из равновесия. Но очень мягкие. Видите, вот он пошел, а я его дальше повел. Сюда его подтолкнул, а потом просто тоже опять докрутил, создал ему ось. Опять на скручивание. Вот. А можно забрать сюда, смотрите. Далеко. Нет, можно как бы докручивать сюда по движению, да? А можно забрать сюда, наклонив его как бы вот сюда. Пошло по движению, да, а я его назад, смотрите, еще отталкиваю. Движение, когда заканчивается, в той точке можно отдать назад. Смотрите, движение закончилось, можно назад отдавать. Если я ему буду раньше давать, то ничего не получится. Такой же удар. То есть я здесь вышел, смотрите, я ему начну, а он здесь, он весь выстроился на это. А в этот момент, когда раз, движение у него закончилось, ему можно отдавать как раз. А, ну понятно, движение заканчивается, ты как бы расслабляешься. Ну естественно, да, начинаешь перестраивать. Да. Боковой, смотрите, опять движение закончилось, да, можно отдавать ему. Можно по движению, да, можно здесь отдавать ему.